как альбом, устраиваюсь на работу. Вот, автор идеи вообще предложил это название для альбома, опять же, Ростислав. Вот, и сейчас мы его споем. Знаете, я потерялся. В жизни у меня был период, я 3 или 4 года вообще ничего не делал, пил водку, сочинял песни и приходил на работу, устраивался, а мне говорят, ну, типа, а что вы вообще хотите, какая там, нарисуйте вашу любимую геометрическую фигуру, расскажите о вашем хобби. И я говорю, идите вы все, в общем, далеко и надолго. Ну, про себя, конечно, и потом я очень хотел, чтобы меня взяли на работу, но меня никто не брал, никто не понимал, сколько во мне скрыто талантов. И так вот, 3 или 4 года я заполнял анкеты, ждал ответа, но не получал ни работы, ни ответа, ни привета. И это... Может, ты это... фигуры не те рисовал, Макс? А что? Может, ты фигуры не те рисовал? Наверное, не те фигуры рисовал. И вот я, разозлившись... И потом, то есть, меня очень всегда поражало, да, то есть, как бы, позитивное отношение к жизни. А вот как может чисто... Ну, не знаю, только, может, какой-нибудь там клуб самоубийц или там в эскадрилью камикадзе может прийти человек с негативным отношением к жизни. А так, по-моему, у всех отношение к жизни изначально позитивное, да, поэтому, то есть... Я не знаю, что такое вот негативное отношение, да, то есть можно же ведь теорему доказать от обратного, да, то есть вот, если тебя просят быть стрессоустойчивым, ну скажи честно, да, вот я стрессонеустойчивый, да, у меня негативное отношение к жизни, я ненавижу, да, все, возьмите меня на работу, я пришел. Поэтому ты квадрат рисовал. Поэтому да. И, в общем, в результате такая вот история и послужила темой.